Пока принимался спортивный центр «Динамо», на площади перед областным акиматом выстроился городской гарнизон. Главными в торжественном построении стали новенькие 48 автомобилей, которые руководство области передало подразделениям полиции. 48 машин марки «УАЗ», «Лада» и «Шкода Рапид» получили подразделения не только города, но и области. Причем автотехника предназначена строго для оперативной и патрульной работы. Благодаря поддержке акимата области сегодняшний день уделяется немало средства для усовершенствования работы полицейских. Материальная база города области укрепляется из года в год. Сколько за последние два года автопарк органов внутренних дел области пополнен 110 единицами автотранспорта. Сколько в текущем году на обслуживание автопарк выделено порядка 5600 миллионов тенге. Выделенный автотранспорт увеличит скоростные характеристики и мобильность наших спецслужб, позволит сотрудникам полиции более оперативно решать возложенные на них задачи. Местные исполнительные органы делают все возможное, чтобы ваша служба была обеспечена всеми необходимыми средствами. Аким Карагандинской области вручил ключи от новеньких спецмашин начальникам отделов. И традиционно прозвучала команда, которая заканчивает ежедневный развод перед выездом на маршрут. Принесение службы справа сурвет, гайство правого гряза. Вольга, по машине! Одна за одной отправляются машины к месту несения службы. Наше спокойствие в руках наших полицейских. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский.